Пожар в городском коллекторе Мирного, произошедший 1 февраля, заставил многие службы работать в авральном режиме. Жители до сих пор испытывают неудобства из-за последствий происшествия. Какой ущерб нанес огонь, смотрите далее. 800 метров поврежденного кабеля и часть жителей города, оставшихся без электричества. Таков результат пожара в городском коллекторе Мирного. ЧП произошло 1 февраля в районе домов по улице Ленина. Возгорание в считанные минуты повредило кабели различного назначения. Осложняло ситуацию то, что объект стратегического назначения. Там находится вся инженерная инфраструктура, которая обеспечивает энергоснабжение, тепловодоснабжение. Линии связи там находятся, обеспечивает все, весь город вот такими инженерными ресурсами. Во второй половине дня была экстренно созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям. Предприятию «Западные электрические сети» поручили восстановить энергоснабжение. С этой задачей справились за 2 часа. Приступили к восстановительным работам и сотрудники Ростелекома. Тот район, который у нас попал в зону аварии, вчера работы проводились, уже, ну, мы, так скажем, 70% восстановили. Сегодня работы будут продолжаться. Вчера мы до 12 ночи в коллекторе работали. Но тут есть ряд вопросов еще чисто по настроечным работам. Как бы работы в коллекторе проводятся, но еще и настроечные работы программисты должны будут завершить. Возможно, какие-то шероховатости вот остаются, такие как вот IPTV. На сегодня большая часть восстановительных работ проведена. Теперь будет устанавливаться причина пожара. Такая ситуация должна быть расследована со стороны и нашей полиции, со стороны органов надзорной деятельности МЧС. Причину пожара должны установить. На сегодняшний день причина пожара не установлена. Предварительно поджог в целях украсть кабельную продукцию. Отдельные предприятия и жители еще испытывают перебои с приемом сигнала IP-телевидения. По ним ведется адресная работа. Руслан Фаткулин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».